Вот петарда, которую сделали на складе заброшенном. А вот продавец, что петарду продаст на стихийном рынке мальчику. А вот мальчик, что петарду взорвет и испортит себе каникулы. А вот доктор, что мальчика будет лечить и пенять его родителям. Нескладно? Зато правдиво. В дни новогодних каникул десятки несовершеннолетних подвергают свое здоровье угрозе, покупая несертифицированную и поддельную пиротехнику. Родители, расскажите своим детям, насколько опасным может быть яркий взрыв-пакет. Сохраните праздник и здоровье ребенка.